Королева, давайте посмотрим. Оксана просто выписала все на тарелочке с голубой каемочкой. Смотрите. Передача. Как она кистью. Высший пилотаж. Кистью откинула мяч. Просто класс. Петрова выиграла позицию и забила 20-й мяч своей команды. Вновь ничья. После прекрасной передачи Екатерины Ильиной. Есть замечательная передача Оксаны Артамоновой в линии. Сидорова выписывает пас через всю площадку. Ох, как хорошо! Савинова как будто аут в футболе сейчас двумя руками. Пас вперед после собственной ошибки. И на Ирину Смирнову все-таки досылает мяч. Свои конфеты вы видели, Сергей Николаевич? Вы видел, вчера видел. Рассказывали, что это балканская школа. Сейчас такую балканскую школу переплюнула, я бы сказал, Надежда Потапенко. Это просто Мэджик Джонсон гандбольный. Ильина, ой-ой-ой, какая передача! Пас шикарный, как она уверенно это сделала, как самонаводящийся пришел снаряд прямо на грудь. Смотрите, Виктория Борщенко.